Уникальную площадку мы выбрали, и, конечно же, уникальная традиция провожать зиму, встречать весну здесь. И, конечно, самое главное – это общаться с друзьями, товарищами, с теми коллегами, которые давно уже не виделись. И для нас очень важно подчеркнуть, что Масленица сегодня совпадает с выборами президента Российской Федерации. Жители города активно участвуют в избирательной кампании. Каждому из вас, кто принял уже участие, огромное спасибо. На наши избирательные участки приходят целыми семьями. И очень важно подчеркнуть то, что президент Российской Федерации объявил 2024 год – это год семьи. Это, наверное, самое главное у каждого, что у нас в жизни есть. Это опора для малышей – это бабушки, дедушки очень ответственные. Родители и, конечно же, для бабушек, дедушек, внуки, семьи это тоже главное. И на всех таких творческих площадках я подчеркиваю, насколько у нас огромное количество талантливой молодежи. Мы буквально недавно открывали после такого серьезного ремонта молодежный центр «Бригантина». И я выражаю вам всем благодарность за ту молодежь, которая растет. У них блеск в глазах, огромное желание вместе развивать и созидать, и развивать город в будущем. А сегодня, дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником, который многолетними, столетними традициями на Руси. И, конечно же, чтобы горы блинов не переводились не только на Масленицу. Всем хорошего настроения. Кто еще не был на избирательных участках, найдите время и поддержите такую слаженную команду нашего города. Мы уже объединившись и делаем много для того, чтобы в городе было комфортнее, уютнее. У нас огромное количество проектов по благоустройству, вместе мы с вами реализовываем. И, конечно, праздник – это такой возможность порадоваться, подвести итоги. Тот, кто трудится, тот и умеет красиво отдыхать. Огромное количество здесь творческих интересных площадок. Спасибо культуре за то, что они здесь всегда нас радуют. И, дорогие друзья, ну и еще уникальная возможность перед вами попросить прощения за вольные или невольные какие-то там нами совершенные проступки. Но я думаю, что мы понимаем друг друга с чувством юмором к этому относимся, а на самом деле мы открыты для общения, открыты для того, чтобы вести диалог, и открыты вместе для того, чтобы формировать дальше команду и развивать наш город. С праздником, дорогие друзья! Хорошего настроения, всем праздничного! Спасибо, Владимир Рудольфович.